Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик по Луслайту. И сегодня у нас необычный ролик, а сегодня будем брать интервью у популярного стримера, ютубера, а именно Жаркий Плейс, он же Жаркий, он же Никита. Но если вам зайдет эта рубрика, то пишите в комментариях, какого еще ютубера мне взять интервью. И не забываем то, что в этом видео будет очень мощный от нас розыгрыш. Какой именно, вы узнаете в видео, так что смотрите до конца и участвуйте. Ну а перед началом ролика, как всегда, я всем желаю приятного аппетита, я всем желаю приятного просмотра, ну а мы погнали к ролику. Так, приветствую, сегодня у нас получается в гостях Жаркий. Всем привет, здрасте. Ну что, потихонечку начнем, буду задавать тебе вопрос, но ты на него отвечаешь. Давай. Ну первое, давай начнем простого у тебя. Как зовут, сколько лет ты, откуда ты вообще? Ну зовут меня Никита, лет мне 21, в этом году будет 22. Я из, скажем так, Красноярска. Точный адрес не буду называть, потому что он думает, это не надо. Это будет лишнее. Ну что, будете там посылочки присылать? Кому надо, тому я скажу. А так, ну вообще, пожалуй, не буду. Так, хорошо. Как и почему ты вообще начал заниматься YouTube, скажи? О, это был четвертый курс. Четвертый курс моего обучения это был. Я в Play Market просто наткнулся на Lost, поиграл в него. Он мне не зашел, плюс еще там экзамены, зачеты, все вот это вот было. Я понял, что мне пока не до игр. Потом я наткнулся на Elite Power, был такой ютубер. Вот сейчас его нету, кстати. И понял, что он делает некачественный контент, скажем так. Я понял, что могу делать лучше. Попробовал, выложил ролик, собрал что-то 20 просмотров, по-моему. Сделал второй, собрал 300. И все так пошло, и все. Теперь у меня 7 тысяч на канале. Угу. А до этого, получается, ты вообще, да, не стримил, не снимал? До этого я пробовал на Ютубе Crossout стримить, но это было мне лет 14, наверное. И не получилось, не зашло. Первый канал? Ну, получается, второй. На том канале у меня было 4, по-моему, подписчика всего. Пробовал в ТикТоке. Ну, типа, в ТикТоке снимать это уже такое себе. Хорошо. Так, ну и повторяющийся вопрос. Откуда ты вообще узнал о Лосте? И почему вообще ты решил его снимать? О Лосте я узнал из Play Market, а снимать начал, ну, потому что хотел как-то развиваться в этом плане, я, типа, творческая личность, мне всегда нравилось чем-то таким заниматься, и я понял, что Lost Light — это то, что я хочу поснимать, попробовать себя в этом. И вроде как получилось. Play Market, получается, ты играл на телефоне, да? Да, начиналось с телефона. Угу. Че, лучше телефон или комп играть проще? Кому на чем удобнее. Я привык играть на ПК. На телефоне мне неудобно, у меня пальцы длинные, то есть мне неудобно прямо на этом маленьком экранчике играть. Если бы был iPad, допустим, то я думаю, мне было бы удобнее. А помимо вот роликов, там, стримов и так далее, в жизни чем ты занимаешься вообще? В жизни? Да обычный человек. Занимаюсь, пишу музыку, обрабатываю фотографии по заказам, делаю превьюхи, монтирую ролики людям. То есть все творческое, у меня все в творчество. Ну, то есть ты не работаешь? Скажем так, нет. Давай, наверное, перейдем к игре, покажем склад твой. И там, давай. Посмотрим, что у тебя вообще есть интересного. Какие достижения свои покажешь, эксклюзивные. Ну, достижения у меня, конечно, не все открыты, если про достижения говорить. Как-то я насчет этого не запариваюсь. Квесты сейчас тоже не выполняю, я закончил их выполнять в третьем сезоне. И как-то забил на них, потому что это не актуально для меня стало. По складу аккаунту, получается, уже, ну, с первого сезона. По наградам можно посмотреть. Так, а где у нас показываются? С какого сезона? По истории или по медалям? Вот, сезонное достижение. По рейтингу, вот. Второй сезон, в первом сезоне я не играл рейтинг. Вот, со второго сезона как раз начал YouTube снимать. И все. Вот все мои достижения по рейтингу. И тут я опять рейтинг забросил из-за того, что вы переделали. И больше я в него не играю. На аккаунт я задонатил где-то 2000 рублей за все время. Больше не кидал. Скин этот выпал с третьего прокрута или с четвертого. А по складу, ну, последние три раза я не вайпился, получается. Все это осталось с прошлых вайпов. Ну и плюс ютуберам, стримерам тяжело как бы на складе держать много лута. Так как ролики приходится снимать, они очень затратные. На один ролик может уйти там 100 миллионов, допустим. Также розыгрыши и все остальное. Раньше я тоже делал розыгрыши. Сейчас я на это забил, потому что халявщиков стало очень много, и людям это неинтересно. А так я даже не знаю, что показать, у меня ничего эксклюзивного нету. Ну да, у тебя же еще рулетка эта призовая. Да, еще рулетка. Которую я у тебя украл. Ее много, кстати, кто, так скажем, украл, но кто-то сказал, что он позаимствовал это. Я вообще ничего против не имею. А кто-то прям говорит, что это моя идея, типа, и все.
Как бы тут обидно, тут обидно. А те, кто позаимствовал, я вообще не против. Только рад, что, значит, я что-то смог сделать такое, что людям понравилось, они это используют. Так, у тебя, Андрей, есть золотые денежные кейсы, да? Я так, если не ошибаюсь, я тебя видел их. Это с рейтинга медаль, а запечатанные — это кейсы с деньгами. Вот эти вот. Да, откуда они у тебя вообще-то? Смотри, мы открываем все кейсы. Если забить ящик полностью деньгами, mm-hmm. то появляется кнопка «Запечатать кейс». Ты его запечатываешь, и у тебя эта валюта не тратится. Понял, то есть тратится валюта с других кейсов. Краски мне подогнал подписчик. То есть это почти все не мои краски. У меня 3 контейнера вынес, часть оружия перекрасил. Сегодня, кстати, этим опять занимался. То есть вот моя сборочка на М-ку. Тебе тоже нравится? Моя краска. Да, да. Ну, как бы пропуск я получил от разработчиков, я не покупал его. Поэтому краска мне, считай, досталась бесплатно. И все, в принципе, я не знаю, что тут еще можно показать по складу. Все у меня вкачано на фул, кроме медблока. Склад 16 уровня, медблок 2, арсенал 5, оружейка 4, верстак 1. Пользуюсь в данный момент, из-за того, что у меня Элис, я пользуюсь нарукавником, а не тепловизором. Раньше я использовал теплак на 2 минуты. Кажется, по топу нахожусь сейчас по России. Не по рейтингу, а по убийствам. На 135 месте. Но это без задротства, это просто благодаря стримам. Ну, у тебя 50 левел, это тоже как бы сильно. 54. Но я бы не сказал, что это сильно. То есть, так как я стримлю, мне кажется, можно и больше делать. Я же в основном файчусь, не лутаюсь, ничего такого не делаю. Я вот тоже смотрю пару стримеров тебя, забегаю к тебе, там еще некоторых. И вот вы стримите по 9 часов. Вот как такое вообще возможно? Вот как ты сидишь 9 часов вот, и стримите игру? Мне хватает максимум, вот это, что я делал, вот именно по лосту. Это 4 часа. Но я все, у меня у нас уже голова начинала болеть, и все, я не могу больше. Ну, я отношусь к этому как к работе. То есть я понимаю, что, допустим, смена у человека 12 часов норма рабочая. И воспринимаю это просто как работу. Сижу, отдыхаю, кайфую. Но все равно отдыхать не получается, потому что у тебя попа квадратная после, допустим, 12 часов стрима. Это прям тяжело. Плюс заходят всякие неординарные личности, скажем так, и на них еще очень много энергии уходит. Это больше не физически сложная работа, а именно эмоционально. Вот по эмоциям прям сильно выгораешь. Mm-hmm. Ну и пока мы в Лосте, чем тебе уж он зашел в Лост? Чем вообще он нравится? Лост, ну на то время это была первая игра с такой механикой, то есть лутер-шутер. От третьего лица именно. Первого лица на тот момент не было. Меня вот это вот зацепило. Но опять-таки я же говорю, что я забрасывал игру и вернулся в нее во втором сезоне. Поэтому на тот момент она сильно была забагованная. Ну, конкретно на моем устройстве была не оптимизирована. У меня был смартфон Realme 7, семерка. Не Pro-версия, ничего, просто семерка. И на нем было прям ужасно играть. Дальше разрабы завезли обновы, оптимизировали игру более-менее под смартфоны. Было прикольно. Потом я узнал, что она есть на ПК. И я понял, что это та игра, в которую я хочу играть. То есть мне сам зашел жанр. Мне было это интересно. Ну, а сейчас, на данный момент. Жанр. На данный момент? Не знаю, вот, ну это уже что-то вопрос, свое. Типа вот если ты не как к работе относишься к этой игре, а вот чисто для себя, для удовольствия, что тебя привлекает здесь? Для себя, для удовольствия? Общение с игроками. Мне интересно общаться с игроками. Многое узнавать о себе, когда их убиваешь. Плюс механики постоянно новые. Каждый сезон игра, то есть, как будто бы с нуля преображается. То есть нет такого, что они механику добавили, и все, и она будет всю жизнь. Она может и... Они могут ее убрать, эту механику. Могут добавить какую-то новую. То есть у нас не было питомцев, добавили питомцев. За место контейнеров. Получается, что валюту надо тратить на них. Убрали, правда, прокачку, вот это мне не нравится. Что именно нельзя прокачивать верстак, нельзя прокачивать торговлю. Вот это вот плохо. Ну да, в плане того, что они как-то продвигают свое. Не одно на одном том же месте стоят, а продвигаются. Хорошо, а что тебе вообще вот не нравится, прям очень сильно не нравится в слайде? Очень сильно? Да прям такого нет, что прям очень сильно. Я бы, наверное, хотел, чтобы добавили механику клана с турнирами и со всем остальным, а не так, как в Дискорде сейчас проходят. Ну там призовые есть, как бы это интересно, но как-то команд мало. Все равно как-то грустно, скучно. Рейтинг мне не нравится. Так как я люблю пофайтиться, для меня важен рейтинг. А рейтинг у нас сейчас, ну, объективно, не то, что хотелось бы увидеть. То есть нет ни наград, ничего. Вернее, награды есть, но они даются на один вайп.
У меня вот кейсы лежат еще с прошлых вайпов, которые были за рейтинг получены, именно награды. Плюс не обновляются скины, которые за рейтинг тоже даются. Скина за рейтинг нету, он старый там. У меня было много раньше у меня было за рейтинг всяких наград. Я их все раздал, продал и все вот это вот. А сейчас за рейтинг на 90 дней даются, это неинтересно. Плюс файты 5 на 5, то есть я сольный игрок всю жизнь. И 5 на 5 играть как-то неохота, не хочется. А как тебе эта тема с B1 SAS и DR? То, что они добивают. С добиванием? Да. Ну такое, механика интересная, конечно. Когда сам играешь с этой механикой, это кайф. Когда кто-то себя убивает с этой механикой, начинает подгорать. Неприятно. Поэтому тут как бы каждому свое. Я не играю ни с тем, ни с тем. B11 я вообще не переношу. С DR-кой бывает бегаю. Бывает бегаю. А так интересная механика. Радует, что они добавляют что-то новое, какие-то интерактивы. Хорошо, смотри, ты вообще помимо Lost, что мы стримишь, снимаешь вообще еще какие-то игры или проекты? На данный момент нет. А думаешь? Я жду декабря, да. Жду декабря и буду снимать. Inside будет? Ой, если я получу доступ, то это будет The Day Before. Это игра, которую я очень долго ждал. Это не реклама, как мне многие пишут, что о, продался и все остальное. Когда я продаюсь, я об этом говорю. Вот, я жду это The Day Before. Это, которая выходит 7-го? Да, 7 декабря. Я тоже жду. Вот я хочу прям туда. Игра от якутов, от там наших рут-сегмент. Смесь Lost Light и с этим... The Division. Да, вот, там прям сборка всего, блин, сделали. Мне тоже понравилось. И Lost Light, и Таркова абсолютно буквально... все намешали. Позавчера мне скинул друг тоже этот видео. Типа, смотри, типа, давай поиграем. Я посмотрел, типа, ну, прикольно, можно попробовать. Главное, чтобы она вышла из этого закрытого, открытого бета-тестирования, чтобы не было как с Тарковым. Тарков уже сколько лет разработки, и все так же в ЗБТ, ОБТ и все остальное. Я хочу, чтобы она именно вышла в релиз. Так, ну, пока мы идем о личном, вопрос, наверное, со стороны нашего противоположного пола. Есть тебе девушка, и вообще можно ли тебе как-нибудь сказать, подкатить, ну, через YouTube, там, написать тебе в Дискорде и с тобой познакомиться, если, конечно, у тебя нет девушки? Нет, девушки у меня нету. Через YouTube добро пожаловать, можно, можно. Был уже такой случай, что девушка, благодаря Lost Light и моим стримам, долго очень сидела на моих стримах, написала в Дискорде, мы с ней познакомились, заобщались. У нас уже начались, так скажем, отношения. И она оказалась не очень честным человеком, скажем так. Я эту историю очень много раз рассказывал, она очень долгая, поэтому я не буду тут разглагольствовать. Вот. Но можно, можно. Я открыт к новым знакомствам, поэтому добро пожаловать. Так, хорошо. Ну и давай, наверное, пройдемся по твоему компу вообще, характеристикам. Я, наверное, сразу зайду в характеристики, чтобы не обманывать людей. Что-то наговорю. Ну, скажешь, там 40-90... Да. i11, блин. Конечно. Материнская плата ASRock B450 Steel Legends у меня стоит. Дальше SSD накопитель ADATA GameX S5 на 256 гигабайт. То есть это M2 профиль. Блок питания гигабайт на 650 вайт. Ой, вайт. Ват. Видеокарта Polit NVIDIA GeForce GTX 1660 Super от компании Polit. Жесткий диск Toshiba P300. Корпус ATX, самый дешевый, который был. Вообще не стал заморачиваться. Материнская плата у нас, я уже говорил, что это B450. Оперативная память Corsair Vengeance LPX на 8 гигов, 2 плашки. И процессор AMD Ryzen 5 3600, не боксовая версия, OEM. Так и давай, наверное, скажем пару слов или советы вообще по игре подписчикам. Или тем, кто собирается вообще стримить, это слайд, снимать видео. Ну, короче, думаю, ты понял суть вопроса. Так, ну, если говорить о стримерах, сейчас их очень много стало. То есть, когда начинал я, было из стримеров всего 3 человека. На тот момент я не стримил, я только снимал. Из ютуберов было тоже где-то человека 4 всего. То есть, конкуренция была маленькая. Сейчас каждый день появляются новые стримеры, конкуренция растет. Контента становится много, но качество, конечно, сильно падает у ребят особенно. У меня как-то вот планочка еще держится. У других там начинается что-то непонятное. Вот ты сейчас тоже начинаешь новую рубрику снимать, это интересно. Такое я тоже буду смотреть. Мне будет интересно посмотреть, что другие будут говорить, как они живут, чем питаются и все остальное. То есть я буду это смотреть. Поэтому нужно придумывать какие-то свои собственные идеи, рубрики, создать себе какой-то стиль игры, какие-то фишечки. Ну и оформление на стримах очень сильно влияет. Так же, как и музыкальное сопровождение. То есть кто-то включает музыку на стриме, кто-то делает... за донат музыку.
То есть придумывайте фишки. Главное, чтобы у вас была какая-то изюминка. Не будет изюминки, у вас не будет ни просмотров, ничего у вас вообще не... Ну, у вас ничего не получится. А еще не забудьте написать разработчикам, если вы будете снимать Lost Light, чтобы они добавили вас в программу креаторов. За что вы будете получать игровую валюту, премиумы, возможно, скины и все остальное. Разработчики сейчас очень сильно поддерживают людей с платформы Twitch. Они сейчас все туда ушли, все там стримят, все играют. И разработчики поддерживают больше, чем креаторов с Ютуба. Вот. Если говорить про игру, то самое главное, наверное, это не бояться погибать, проигрывать. Кто не проигрывает, тот не выигрывает, как говорится. Без ошибок не бывает подъемов. Не бояться покупать патроны хорошие, топовые, в катку их с собой брать. Потому что я знаю, что многие бегают с плохим оружием, с плохими ганами, с плохими патронами. И очень часто проигрывают. Броню вы можете покупать плохую. Даже Т3 пойдет. Но вот патроны очень сильно будут решать. Два патрона шестых в голову, все, противник мертв. Но опять-таки у нас в игре есть стиминг, что очень сильно мешает игре, но в то же время и помогает, потому что люди находят новые знакомства и все остальное. Поэтому, наверное, главный совет — это одевать плохую броню, чтобы не бояться ее потерять. Брать топовые патроны, убирать их сразу в собаку, чтобы они не выпадали с тебя. И, в принципе, все. Не бояться файтиться. Главное, не бояться. А все остальное придет с опытом. Особенно с тем условием, что можно с рипок или просто с любой ППшки забрать любого человека в любой броне по ногам. То есть тут главное найти вот эту вот механику пробития брони и всего остального. И еще такой вопрос. Смотри, вот ты говорил про Twitch. А почему сам не думаешь на Twitch стримить? Там же более подобрано для стрима, чем это на Ютубе. Там не то, что более подобрано. Ну, там как бы и разработчики, да, и спонсируют креаторов больше, и розыгрыши всякие проводят. Там сейчас, по-моему, между креаторами разыгрывается Nintendo Switch, если не ошибаюсь. Плюс есть Twitch Drops, награды для подписчиков. Вот. Но я туда не иду по одной простой причине. Мне не нравится, что там более стадное мышление у людей. Нужно постоянно что-то осуждать, что-то не поддерживать. У меня очень много своего мнения, много своего эго, так скажем. Вот этого вот я-я. И меня там сразу же забанят. Я это понимаю. Плюс я очень много не слежу за своим языком. Поэтому мне туда просто нельзя. Плюс там аудитория более избалованная. Здесь как-то на Ютубе попроще с аудиторией. Она как будто бы еще не насытилась контентом. И она более общительна, более лояльна к тебе. Там же, наоборот, каждый человек пытается тебе как-то насолить. Как-то сделать так, чтобы у тебя аккаунт отлетел. Это я не раз замечал. И поэтому как-то нет. Ну, как я обещал, я в начале ролика, мы подготовили для вас небольшой подгончик, а именно подарки. А что нужно для участия? Это быть подписанным на мой канал, подписанным на канал Жаркого, написать под этим видео комментарий, любой комментарий, и ждать итогов. А итоги будут в следующем интервью со следующим блогером. То есть вы можете просто предложить какого-то блогера, тем самым вы участвуете в розыгрыше. Какой именно, сейчас вы узнаете от Жаркого. В общем, подписчикам я хочу подогнать вот такой вот контейнер для питомца. Стоит он 40 лямов на ЧР. Вы его можете с легкостью продать, либо прокачать своего питомца. Например, ту же самую Элис. Также я хочу вынести еще свою сборочку. Не знаю, одну или две, или три. В общем, посмотрим, это мы решим. Вот такую вот сборочку, с ней я очень часто играю. Индивидуалочка. На ЧР она стоит от ляма, поэтому также можете ее продать и залутать немножко денег.